Вот, а вот такой здесь пляж. Вон. Это пляж. И вот такое вот море. 20 числа апреля. Пляж Одиссея. Ну, в общем, да. Здесь еще сезон не начался. И пока что так. Не очень уютно, но... Летом тут будет просто праздник жизни. Летний сезон. Да, напоминаю, что я отдыхаю по программе «За здоровьем Сочи» в санатории Одиссея в поселке Лазаревское. Еще раз напоминаю, что это пляж санатория Одиссея. В принципе, вот как это здесь выглядит. Вот тут отдыхающие потянулись к морю. Водичка холодная, где-то 14 градусов, поэтому пока никто не купается. Вот. Такая история.